Так, ну что, ребята, продолжаем играть. И играю я за... я немножко отвлекся, да? Играем мы за цаплю. Так, мне нужно покушать рыбку или поесть. Да, ой, да ё-моё! Застряла в этой... в облаке. Так, да ё-моё, смотри, она меня просто схватывает, это облако. Ловит. Так, мне нужно срочно пожрать. Нифига там какой паучара огромный. Так, чё мы кушаем? А мы кушаем червячков. Ах ты, а вот червяк, червяк, есть. Ем червячка. Так, съели. На. Вот ещё один червяк, смотри, есть. Ах, его кто-то, утка сожрала червяка, ах ты зараза такая. Ждём, может восстановятся червячки или нет? Ладно, давай посмотрим, что ещё есть. Блин, птеродактиль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он меня, видимо, заметил. Улетаем от этого птеродактиля. Блин, он реально меня заметил. Собака сожрал меня. Ах ты, чтоб тебе, зараза. Так, попугаем я играю. Блин, мы немножко... Ах, немножко мы, конечно же, на эволюции умеем. Ух ты, яблочки. Опять я, смотри, стал цаплей. Замечательно, хорошо. Ух, а то я уж переживал сейчас опять все заново играть. Где червячки? Давайте посмотрим. Червячков. Так, вроде бы червячков здесь нету. Так, мне опять надо лягушку жрать. Лягушку. А лягушка у нас на болоте находится. Да ё-моё, опять это облако. Меня облако ловит постоянно. Давайте посмотрим, где у нас тут... Ах, это нифига не болото. Ай-яй-яй-яй-яй, как отсюда вылезти? Блин, жесть какая. Что это за... О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот лягушка, быстрее съедим. Есть, съели. Так, она... Вот еще одна лягушечка. Ой, как замечательно, ребята. Ой-ой-ой-ой, тут лягушек сколько много. Так, жрём вот эту лягушку. И сейчас пойдём справа лягушечку сожрём. Есть. Вот здесь мы как раз на кладбище, да, лягушки находятся. Так, надо запомнить, где вообще это кладбище находится. Блин, опять этот птеродактиль. Гад, а. Так, ой-ой-ой-ой, опять я сюда уполз. Блин, птеродактиль, иди нафиг отсюда от меня. Так, в облаке посидим немножко. Так, эти сейчас... Нет, они знали, что я там сижу. Ах, заразы. Так, ладно, летим дальше. Ох ты, а рыбок так... Я рыбок же кушаю еще, ребята. Вот они, рыбки. Рыбки, рыбки, рыбки. Да ты отвали, ты что, тоже рыб жрешь? Так. Блин, это засело на меня. Иди нафиг от меня. Кыш, 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 кыш. Чё ж они все до меня лезут, а? Блин, вонючая птица, отстань от меня. Чё, вам жрать некого, что ли? Блин, у меня отравление, я сейчас умру. Да, я умер. Фаер меня убил. Ах, гад. Гад этот Фаер. Ай, так, ладно. Летим и ищем, чё пожрать ещё. Опа, ягодки. Я ж вспомнил, мы же ягодки едим. Давайте покушаем ягодки. Опа, опять я цапля. Опять я цапля, ребята. Хорошо, я так возродился. Так, летим на болото. А, болото справа. Справа. Все, летим на болото. Там есть лягушки. Летим, летим, летим. Надо далеко лететь, кстати. Блин, нифига, а что так болото-то далеко? Давай, полетели, полетели, полетели. Так, тут у нас уже стена. А вот эти вот звездочки, интересно, почему я их не могу съесть? Так, тут вот цапля еще одна. Опа, тут рыбки есть, замечательно. Здесь мы и покушаем вот этих рыбок. Так, срочно подышать надо. И дальше таки мы едим рыбку. Да, смотри, гад, иди отсюда от меня. Так, смотри, он меня хочет сожрать. Ну ладно. О, еще одна лягушка. Жрем лягушку. Так, летим. Так, мне нужно на болото. Все, я лечу на болото. Так. Силы у меня есть. А здоровье есть.
Тут ничего прожрать нету для меня. А, смотри, дракон стреляет. Маленький дракошка. Он меня увидел и хочет меня съесть. Отвали от меня. Давайте. Посмотрим, куда он убежал. Непонятно, непонятно. Так, где болото? Скоро... А, нет, на кладбище я лечу. Угу. Можно спуститься, посмотреть. Тут ничего нету для меня пожрать. Нету ничего. Дракончик опять-таки летает. Все. Ох ты, червячок. Ё-моё. Блин, облако. Вонючее облако. Как оно меня достало уже, слушай. Так, вот червячок. Давайте мы его сожрем сейчас. Не, смотри. Вот в кусты залетаешь, и все, и никак не можешь туда выбраться. Так, сожрем эти. Есть. Еще немножечко осталось. Так, где-то здесь лягушки есть. Так, вот они, лягушечки. Вот они, вижу, 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 вижу. Две штуки. Так, садимся на две лягушки. Мы сразу двух лягушек сожрали. Прикинь. Круто. Здесь еще справа должны быть лягушки. О, вижу, вижу лягушечку одну. И еще одна. Смотри, кто-то ее там сожрал. О, сколько лягушек много. Вот сейчас я прям наемся. Она была до той лягушки идти, она у меня ближе была. Опа, вы эволюционировали в птичку уже. Так, птичка много чего жрет. Слушай, блин, ну и птичку тоже едят. Всякие гады. Так, лягушки. Только он лягушек не жрет, жалко. Текс. Ух ты, летел. Смотри, какая канитель. Огненный шар какой-то летел. Так, хлеб, я ем хлеб. Хлеб. О, еще ягодки, 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 ягодки. Так. Ах ты, опять шар, смотри. Кто эти шары делает? Так, едим ягодку. И вторую. И сейчас третью съедим. Ой, как хорошо, смотри, мы научились ягоды кушать. Ну, и что-то на ягоды мало здоровья у этот дается. ХПшка, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Постараюсь ягоды съесть. Оса, иди от меня нафиг. Она тоже жрет эти ягоды. Гадина. Текс. Что здесь интересного мне еще пожрать есть? Так, плохо. Жалко, что я вот эту дохлую рыбу не могу есть. Яйца. Яйца где-то слева я видел, много яиц было. Угу. Ой, нет, 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 каркушка, иди от меня, нафиг. Блин, меня сейчас сожрут, ё-моё. Мне нужно срочно спрятаться. Да чё ж у меня здоровье такое? Блин, я сдох. Меня убил Фаер. Ну что ж, ребята, убил да убил. Ну ничего страшного. Мы не так хорошо эволюционировали, так что будем дальше снимать, играть этот ролик. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч. Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру в эволюцию животных. И я играю сейчас за такого вот красивого попугайчика. И мне сейчас нужно кушать. А кушать мне нужно какие-то орешки. Так, давайте посмотрим. А, где мне взять орехи? Слушай, а вот дерево растет. Так, а что тут на дереве? Вот это я могу жрать или нет? Сейчас посмотрим божью коровку. Ну, по идее, нет. Ладно, давайте пойдем дальше. Посмотрим каких-нибудь червячков поедим. Сейчас спустимся вниз. Посмотрим. Так. Тут нифига нету. Вот где такое мне дерево найти? А, слушай, я знаю, где такое дерево растет. Блин, надо мне быстрее в ту сторону, в правую сторону лететь. Я знаю, где дерево есть. И вот эти вот растения. Слушай, ягодки. Да, это что за монстр? Иди нафиг от меня. Вот, это я буду тут жрать. Я сейчас буду жрать, я буду эволюционировать. Сейчас стану большим-большим, только надо как-то спуститься мне. Да, спустился я. Конечно. Как мне залезть на эти ягодки? Блин, сколько тут этих врагов-то моих летает. Это просто жесть. О, сожрал, сожрал. И еще ягодки надо... Ух ты, появились ягоды новые. Так, сейчас сожрем, эволюционируем. Все так хаотично здесь летают. Еще немножко, давай. Еще ягодки сейчас съедим.
Ой, нормально, я так сейчас присел на эту ягодку. И сейчас, если что, я упаду на следующую. Ой, замечательно. Сейчас я точно эволюционируюсь в кого-нибудь. О, Айс-то. А чё Айс жрёт? Лягушек, ребята, лягушек. Да отвалите от меня, кто там, блин, на меня напал. Так, мне воды сразу попью. А где-то я этих лягушечек видел. Ух ты. А, это не лягушки, слушай. Так, ну воду попить. Давай, 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 пей. А рыбку я могу есть? Да, я еще рыбу могу жрать. Нормально. Жрем. Чуть-чуть поели. Ага, может быть еще... Вот еще рыбка есть. Да, замечательно. Блин, у меня... Ой, кислород низкий. Необходимо дышать, чтобы выжить. Давайте подышим. Все, подышали и спускаемся вниз. А, вот, еще я вижу. А, вижу рыбку. Так, все, потихонечку. Ух ты! Смотри, как темно стало, ничего не видно. Ну, сейчас мы ее съедим, как раз надо будет подышать. И отправимся в другое место. О, давай, быстрее, 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 быстрее. Поднимаемся, что так долго-то? Алло! Ох, все, кислород, я могу дышать. Замечательно. Эх, червячки и лягушки. А где лягушки у нас? Что-то я не помню. Или мое облако это вообще? Заходишь в это облако, типа, можно там прятаться, конечно. Но мне это сейчас не нужно. Блин, какое-то болото какое-то. Так, а как мне отсюда выпрыгнуть? Так, мне нужна лягушка. Где находятся лягушки? Это вообще какое-то кладбище, смотри, пошло. Так, вижу. Летают ребятушки мои, собратья. Дальше где-то тут есть еда. А, вот лягушки, лягушки на болоте, смотри. Блин, эй, Кыш, Кыш, отвали от меня. Так, крокодил. Крокодил вообще не в тему здесь, а? Так, а вот, червяк, 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 червяк. Да, смотри, какие вы все голодные, а? Так, что ж такое не сожрать? А, вон, вижу, под землей червяки. А как мне туда? Под землю? А, вот здесь можно под землю. Блин, а я залезу сюда? Нет. Я сюда, ребята, не... Отвали, голубь! Придурочный голубь на меня сел, а я двигаться не могу. Дракошка какой-то. Так, все, уходим отсюда, вон, нафиг, куда-нибудь подальше. Так, скорпионы там лазят сверху. Эх. Так, что у нас здесь пожрать? До лягушек я не до... Это... Я, значит, буду есть червячков. Если я тут их найду. Где здесь червячки? А, смотри, тут рыбки есть. Блин, ну тут и хищники рядом с этим. Вот они, вот они. Вот мои любимые. О, я их съем. Все, отвалите от меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а... Кыш ты от меня. Так, что у нас здесь? По здоровью. По здоровью мало. Блин, здоровья очень мало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я застрял прям. Так, ждем. Блин, хлеб я тоже... Ай, какая-то птица на меня села, отвали. Она меня немножко пожрала. Мне придется куда-то улетать подальше. Здоровья мало у меня вообще, капец. Давайте спустимся, посмотрим, разведаем обстановку. Блин. Вообще, мне... Почему у цапли так мало видов еды? И здесь я вообще не могу найти. Ну давай, буду рыб кушать. Только не дохлых, нафиг мне дохлых. Потому что мне нужны живые рыбы. Вот она, рыбка. Там еще акула плавает, ё-моё. Но она, кажется, только на одном уровне плавает. Поэтому я надеюсь, она меня не сапает. Так, поднимаемся наверх. Кислород у нас заканчивается. Так, твой уровень слишком низок кислорода. Ну давай, давай, лети, 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 лети. Как здоровье же быстро уменьшается, смотри, от кислорода. Ну, мой, кто бы знал об этом, да? Ну, здесь лягушек навряд ли лягушки будут. И червячки тоже навряд ли будут. Поэтому отправляемся назад. Назад идти. Блин, смотри. Ах ты, гадина, она меня сожрала. Тебя убил Куэрва, гадина, гад какой-то меня убил. Смотри. Мы так хорошо эволюционировали. Ну ладно, сейчас мы поиграем еще раз.